Хей, йоу, всем привет, друзья, с вами снова я, Спайк, со мной сегодня Гуля, Дима и Фокус, и сегодня для вас мы затестируем абсолютно новые супер крутые пушки в Майнкрафте. Всем привет! Всем приветик! Всем привет! Всем привет! В этой серии мы устроили битву на летающих островах с новыми крутыми пушками. Кстати, половина людей смотрит канал без подписки, и я буду очень рад, если ты подпишешься и поставишь лайк. Спасибо, приятного просмотра. Ну что, ребят, погнали, первый раунд. Так, что у нас в сундучке? Кстати, тут достаточно много всего для начала. Так. Бургеры жирные, они не влезают даже. Бургеры реально огромные. Интересно, кто же положил такой огромный бургер туда? Ну-ка, перекушу сразу. О, вы слышали? Будьте здоровы, ребята. Лучше так не делать, наверное. Ну, мы воздержимся, да, от рыгания в этом ролике, но... А то некультурно как-то получится реально. Но от такого, на самом деле, никто не застрахован. Так, ну что, давайте, готовы к высадке? 3, 2, 1, поехали! Так, я в самый холодный остров, потому что мне очень хочется охладиться, если честно. Так, а я полечу, наверное, вот сюда. А хотя нет, знаете куда? Я знаю, куда я полечу. Я полечу в самый центр, потому что... ну, самый центр, тут, наверное, самый крутой лут должен быть. Так, лимонная пушка и арбалет. А я тут вообще не вижу никакого лута. Я нашел кошачью пушку. И, кстати, здесь, знаете, что есть? Здесь есть медкит. То есть, аптечки, получается. Да-да-да, вот мы выбираем. Так, они так, что ли, выплескиваются? Я не знал. Что ли, что это было? Так, ладно, а если запустить воздух? Так, вы там где воюете-то? Я никого не вижу. Фокус, ты это видел? Нет. А это, подожди, это не ты, что ли? А, это... Это я. Это ты. Блин, арбалет такой не меткий. Ну, я, короче, фигню какую-то подобрал, да, пойду искать другие. Ты стреляешь достаточно большой дистанции, потому что, я думаю, если поближе подойти, то, я думаю, он будет более меткий. Так, ну что, время еще разок перекусить. Ой, я нашел кошку какую-то. Ой, подожди. Да, я хочу кошку, сейчас всех разберете. Я тоже нашел кошку. Так, о! Это беспонтовая вроде. Я нашел какой-то... Или нет? Нет, поезд. А, поезд! Что это за... Что? Я ничего не вижу. Что происходит? Ты живой? Ты живой после такой жесткой аннигиляции? Так, ну ладно, ладно. Только не это, только не пузырь! А что это вообще было? Какие поезда вообще? Ой, я паутине застрял. Я бегаю, ничего найти не могу. Устроил Диме небольшую кошачью атаку, так сказать. А это слайм просто. Кстати, после смерти выпадает... Здорово! Я побежал, у меня нет оружия. Иди сюда, кошка. У меня закончилось все, Так. У меня еще два лимона есть, ну-ка. А у меня ничего не начиналось, ребят, если честно. Ты вообще что-то ничего не нашла? Или что? Да, вот. Так, все, у меня кошка... Тут все горит! Кто поджег? Тут все, весь остров. Так я же лимоны запустил тебе. Так ты, надо в меня было попадать, а не в остров. Ты так там что-то сжёг. Я пытался. Так, а аптечки тут вообще никто не подбирает, что ли, или что? Не, я подбираю все. Есть аптечки, что? Да. Они на земле валяются. Да. Я уже 4 штуки собрал. Я их не видела просто. Даже вот еще. О, еще кот, я еще кота нашел. Так, ну, кстати, вот котик достаточно жесткий на самом деле. Он неплохо так помогает. Так, а Гуля, я еще ни разу не видел Гуля. Че? Спасите, пуль. Ты упала? Или чё? Ну, я на глайдере. Так. Я видел одну свою интересную цель. Так, я надеюсь, попадешься в мою ловушку. Да блин! Почему так? Давай, котик! Кошачьи автоматы. У меня кончились стрелы для арбалета. Ну, мне, честно говоря, очень повезло на оружки, но, блин, а где Гуля? Где ты вообще? Да я уже самостоятельно аннигиляцию устроила. А, понял. Ну, ладно, в честь своей первой победы я запускаю вот этих свинят. Блин, почему они летят сразу вниз? Ну, они вроде случайное направление выбирают вообще. Ну, окей, короче, вот такой вот первый раунд. Зато красивые. Да, зато красивые, но я так понимаю, урон они тоже особо не наносят. Ну, ладно, погнали, сыграем второй раунд, посмотрим, может быть, еще какие-то пушки я не затестил. Вот, кстати, лимонную пушку, я хочу себе лимонную пушку, погнали. Итак, ко второму раунду мы подошли в броне черепахи. И теперь мы все черепахи, короче. Да, и пускаем сердечки. Может, мы тогда будем медленные?
Ну, судя по тому, что такого дебафа нет, мы будем все-таки немедленны. Но если ты желаешь, можно, в принципе, лично для тебя сделать замедление четвертого уровня. Не надо, не надо, не надо. Надо просто на шифте всем ходить, ну ладно, я пошел. Ну, погнали, погнали. Погнали. Так, я полечу теперь... О, я вот сюда полечу, куда Гуля полетела. Так, я хочу, где... Там ничего нет, можешь не переживать. Так, ну, мне кажется, ты просто плохо искала. Я, кстати, нашел тут арбалет. А что, он плохой, ну, да? Ну, арбалет, да, у меня был, но он вообще так. Да не, он прикольный, просто у него дистанция слабая. А так он без перезарядки может очень сразу настреливать прилично. Так, мне кажется, опа. Самое... Ну, я, по-моему, стреляла, но он не сносит просто практически, как бы... Ничего. Самая крутая штука — это вот эта кошачья пушка, когда ты котом стреляешь. Потому что она реально дамажит неплохо, и патронов нашел... много в ней. А фиолетовый — это что? А, это бабл. Пузырьки, да. Бабл... Но ими не убить особо. А так... вот в самом жарком островочке, блин, где хоть что-нибудь? Гуль, я ты чё понимаю, тут забрала? Ты забрала? Я зашел на остров, где ты опа, уже была. Опа, это кто? Уйди, уйди. А вы чё тут вдвоём бегаете? А чё так много людей? Уйдите, я тебе ничего не жду. Кошачек, пушка. У меня только бабл, не надо меня это. У меня на самом деле тоже пока ничего нет, я поэтому свалил от вас, потому что... Мне кажется, я там быстро сейчас закончу. Опа! Гуль, да... А что? Нет, 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 нет. Так, блин, да тут... Я сейчас так... лимонка за... Ай, там тоже все залутано, я так понимаю. Ну, ё-моё, ну... Да, я с той стороны и шла. Я понял. Отстань. Да, ну ладно, пойду в другое место тогда. О, что нашла в доме? Извини. А что ты в доме нашла? Я не успела их в прошлый раз потестить, но сейчас я их потещу. Блин, ты здесь уже что ли все взял? Да. Да ты что ли... Только не говорите, что вы с той стороны на грибном острове. Да куда вообще это идти-то? Мы... Куда идти-то? Да тут вообще ничего нет, уже пушек нет никаких, блин. Все, я пропал. Потому что ты пошел в ту сторону, с которой все давно лутало, ну логично, логично. Я еще один я арбалет так, только я... нашел. У меня по итогу просто два арбалета. Я тоже могу бабло пушкой. Нет. Так, а сейчас все живы еще? Или нет? Нет, фокус вроде все. Я упал. Так, ну ладно, я тогда иду к вам в замес, у меня ничего другого не остается, я нового оружия походу не найду. Дима! А, вы в центре, что ли? Так, идем, идем, идем. Перезарядка. Нифига вы прям вплотную. У меня лимончики закончились. Капец. Я иду к вам. Гуля, лимончик. Бесполезно в воде драться, если что-то они поджигают. Здорово, здорово. Ай, перезарядка, перезарядка, перезарядка. А эта штука хоть дамажит тебя? У меня ничего не осталось. Тебя хоть дамажит это или нет? Ну, да, я думаю, больше, чем я тебя. Ну, меня вообще особо не... Ну, ты не надамажила. Здорово. Как Дима! Перезарядить? А Гуля где? Не, мне кажется, тут надо нормальные пушки идти искать, потому что этими мы вряд ли что-то сейчас делаем, не? Есть такое ощущение. Столкнуть можно попробовать? Да, если только столкнуть. Если только столкнуть, например... Ну, у Дима был близок к тому, чтобы меня столкнуть. Но он не столкнул. Ну, по-моему, это я был. А, или нет? Не, это был Дима, это было до твоего прихода. Проблема в том, что уже фиг знает, где у вас оружие остались. Да, 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 да. Так, ребят, приготовились. 3, 2, 1. Давайте тогда сделаем так. Предлагаю снять броню. Мы все равно иначе, я думаю, друг друга не сможем никак завалить. Я готова, я сняла. Так, ну. Но, знаешь, такое предложение. Да, я тоже снял. Я просто лимон. Блин, ну Гуля, ну что ж ты такое делаешь-то хоть? Надо было тебе на другую сторону набрать. Ладно, её. Запускаю! О! Так они же взорвутся не скоро. Воду, воду, воду! Потушился, потушился, порегенился, потушился. Где, где, где? Где? Ай! Не вытаскивай меня из воды пузырем! Не вытаскивай! Блин, почему я поймала какую-то рыбу, а не тебя? Она поймала что? Что это вообще за рыба? А, ты меня сейчас сожгу, я саму себя сейчас сожгу. Нет, не сталкивай только. Это вообще голова просто. Да блин, с двух сторон. Минус? Где, где второй? Окружили. Так, вижу, 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 вижу. Тихо, подожди, подожди. Гуля жила, что? Я просто не там появилась. Так, бабл-бабл, уворачиваемся! А его можно опять какая-то... вообще улетает, у меня вопрос такой. Так, а что у меня патрон? Бедная рыба фугу. А чё мне не перезаряжается? А, вот, перезаряжается. Так. О, ничего себе, у него... Блин. Вот это урон. Я не знаю, как я этот раунд на самом деле затащил. Это было реально сложно, потому что... Блин, меня Гули чуть не убило несколько раз.
Это вообще а жесть. Вы меня с двух сторон вообще завалили, это честно, по-вашему? Ну а как ты хотела, как ты хотела? Это не по-мужски, это не по-мужски. В смысле? Это тут нет по-мужски или по-женски, Гуль. Это битва, битва на арене, ну, ладно, насмерть. Ладно. Тут как бы таких я понятий... Я вполне справедливо проиграла. Таких понятий тут не существует. Ну что ж, я думаю, что на этом все. Вот такой вот видосик получился. Я надеюсь, что он вам понравился. Он такой получился типа супер лайтовый. Обычная арена, можно так сказать. Но я надеюсь, что именно какие-то рушки вас смогли все-таки удивить. Вот, ну и сами битвы подняли вам настроение. Вот, спасибо, что посмотрели. С вами был Эспай, Гуля, Дима и Фокус. Смотрите наши другие ролики прямо сейчас на экране. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока.